Приветствую себя на канале. В прошлом видео мы обслуживали этот аппарат, выполняли удаление кофейных масел, декальцинацию, очистку молочной системы. Как я и говорил, иногда бывают ситуации, когда нужно разобрать этот аппарат, допустим, для обслуживания заварочного узла. Как его разобрать, об этом и будет это видео. Я думаю, оно будет не сильно длинным, постараюсь как можно скорее это все объяснить и рассказать. Весь цикл я показывать не буду, там чисток, разборок. А именно, как разобрать корпус. Итак, давайте приступим. Мы сначала выключаем аппарат. Выключить. Он у нас отключился. Отключаем его от питания сети. Снимаем контейнер с водой. Просто, чтобы его не разлить, чтобы он нам не мешал. Я сниму поддоны, чтобы мне не мешало. И сниму трубочку для капучино. Опять же, чтобы это мне все не мешало. Итак, аппарат я разворачиваю. Для начала нам надо снять эту бирку. Снимаем защитную, скажем, вот этот логотип. У нас вот эти две планочки, под ней скрываются саморезы, которые держат сам корпус. Для того, чтобы снять вот эти планочки, мы возьмем, можно взять, допустим, ну, дробрет. Даже если мы возьмем подогнутую слегка ложку, либо можете взять какую-нибудь лопатку удобную, тоже вам решать. Нам надо с этого края, если мы берем нижнюю, вот чем-то ее слегка отогнуть и подталкиваем вверх. Допустим, чтобы мне было удобнее, я возьму для подталкивания ложечку, а с этой стороны я чуть-чуть отворачиваю и поднимаю вверх. Поднимаю ее чуть-чуть вверх, да? И снимаю. Вот у нас вот такие вот зацепчики идут. И здесь идет такой небольшой фиксатор. Вот видите, вот здесь. Он держится вот здесь вот. Поэтому мы ее чуть-чуть отгинаем и поднимаем. Поняли, да? Завели, оттянули, подняли. Все, убираем в сторону. Теперь нам надо снять вот эту планочку. Как нам ее снять? Мы ее слегка точно так же. И поднимаем вверх. Мы ее оттянули и подтолкнули. Все. Видите, да? Точно такие же крючочки. Мы их оттянули и снимаем. Все. Это все делается аккуратненько, легко. Никаких проблем теперь нету. Так, теперь нам надо снять вот эти саморезы. Саморезы, они имеют форму овала. Если видите, да? Вот ключик вот такой он с овалом. Где купить такой ключ, я ссылочку прикручу в описании, сможете, скажем так, найти себе. Без него, скорее всего, вы не разберете. Плоскогубцами сюда не подлезете, захватить будет неудобно. Это специальный ключ, запатентованный компанией Jura. Единственное, старайтесь только, чтобы у вас ничего туда не падало никуда вниз. Слажите или в коробочку какую-то, или в сторонку, опять же, чтобы на пол не смахнуть. Не докрутил чуть-чуть. Сейчас докрутим. Эту панельку просто оттягиваем на себя. Она у нас должна пойти. Так, давайте я как-то это сниму на всякий случай, чтобы мне не мешало. И оттягиваем панель. Так, возможно, она будет чем-то помочь. Есть. Сняли панельку. Ну, видим, здесь Jura у нас набрасывает мусора внутри. Это почему нужно разбирать, потому что вот этот весь, вся эта грязь, она будет у вас плесневеть. Это все надо хотя бы иногда убирать. Внешне он стоит красивый, но поскольку у нас это все, скажем так, не разборное, у нас собирается здесь. Снимаем эту защитный экранчик.
Видите, да, у нас здесь опять же насыпанный кофе, куча мусора. И имеем вот такую конструкцию. В общем, это надо все чем-то повыгребать, повычищать. Как вариант, полностью снять, отмыть и назад поставить. Но видео пока не об этом. Так, чтобы снять вот эту панель, нам нужно снять вот этот вот держатель колбы. Как его снять? Вот в этом месте, вот в этом вот, здесь есть такой упорчик, который на фиксатор. Мы на него чуть-чуть нажимаем, нажали и проворачиваем. Вот он, этот фиксатор. Мы на него нажимаем. Ставится у нас в обратную сторону. Видите, да? Одно, второе, третье. Вот у нас несколько защелок. Они заходят сюда, сюда и сюда. Когда будем ставить обратно, мы поставим и провернем до щелчка. Все, теперь у нас должна эта панелька тоже сняться. Она тоже может немножко держаться. Скажем так, очень-таки уперто. Все, отщелкнули. С этой стороны аккуратно его снимаем. Почему? Здесь у нас датчик должен быть на воду. И желательно его не оторвать. Так, надо аккуратненько как-то его поднять и снять. Что здесь держит? Вот так вот. Сейчас я сам датчик покажу. Вы увидите. Вот видите, это датчик на контейнер с водой. Все, мы получаем доступ ко всему, что нас интересует. Сейчас я откину провод. Все. Теперь я могу это либо отстегнуть полностью. Если у нас полностью доступ к электронике, необходимым узлам, можем выполнять какие-то работы, либо заменять, допустим. Но это можно было просто поднять, чтобы заменить колечко под этим самым, под контейнером с водой. Здесь мне, в принципе, ничего делать не надо, снимать не надо. Это я сейчас поставлю назад. Я только обслужу заварочный узел. Ну и, в принципе, буду собирать его в обратной последовательности. Опять же, здесь ставим все проводочки на место. Провода у фиксатора. Защелкиваем обратно. Эту крышечку видим, да? Вот у нас защелочки. Вот окошко. А там, где мы нажимали, чтобы его вытянуть. Мы поставили обратно. И до щелчка. Все. Теперь можно ставить колбу обратно. Все, я занимаюсь чисткой внутренней части аппарата. С вами на этом прощаюсь. Всем удачи. До свидания. Не забывайте подписываться. Надеюсь, это видео вам пригодилось. Будут какие-то вопросы, задавайте. По мере возможности постараюсь на них отвечать. Всего удачи. До свидания.